Глава Северского района Андрей Дорошевский встретился с финалистами и полуфиналистами проекта «Лидеры Кубани». Конкурс проводится ежегодно с целью найти талантливых и инициативных управленцев. Встреча прошла в дружеской, неформальной обстановке. Вместе обсудили итоги конкурса, поделились впечатлениями и опытом. Участники встречи рассказали о своих планах и перспективных проектах. Например, ребята из недавно открывшейся школы креативных индустрий хотят поучаствовать в информационном сопровождении парковой зоны станицы Северской. Хочется нашу деятельность совместить с парком, то есть сделать какие-то красивые, интересные таблички, сделать красивую интерактивную карту, сделать надпись, сделать QR-коды. Глава района, в свою очередь, ответил на вопросы собравшихся, поделился своим опытом участия в конкурсе, а также выразил уверенность в том, что каждый из них реализует свой потенциал, в том числе и на благо Северского района.